Все сказанное про ООП естественным образом ложится на Java. В Java можно описывать классы и создавать их экземпляры, объекты. Благодаря модификаторам доступа все внутреннее состояние и прочие детали реализации можно скрыть от посторонних глаз и таким образом обеспечить энкапсуляцию. Для классов поддерживается наследование и переопределение методов, и это дает нам полиморфизм. Далее мы будем рассматривать конкретные ключевые слова и синтаксические конструкции, при помощи которых в Java описываются классы, их поля и методы.